Одесса, 11 августа 2023 года. Ночь с 9 на 10 августа прошла очень беспокойно в Одессе, потому что за ночь воздушная тревога была два раза. Она была примерно 12 часов и около 4 часов утра. Так что поспать, отдохнуть нормально, к сожалению, не получилось. Тревогу давали в связи с тем, что в России с аэродрома Саваслейка взлетали МиГ-31. Когда они взлетают, по всей территории Украины дают воздушную тревогу. Скажу вам честно, что весь день 10 августа было такое вареное состояние. Я выпил 4 или 5 чашек кофе, чтобы себя как-то взбодрить, потому что спать хотелось просто страшно. Не выспался просто, сами понимаете. Приехав с работы домой, я пораньше лег спать. Но я проснулся в начале 11 от канонады страшной. Посмотрел телеграм-каналы, там написали, что не переживайте, это не дроны, не ракеты просто ВСУ проводит свои плановые учения. Чувствую, завтра днем буду опять пить 3-4 чашки кофе, чтобы не быть вареным и себя как-то взбодрить. Канонада не слышна все время, а слышна периодически с интервалом примерно там 10-8-7 минут. Но слышно ее очень четко и очень громко. Ну то такое, ребята, война. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба над головой. Всего самого наилучшего. И даст Бог. До новых встреч.